у меня к тебе какая просьба. Я тебя очень прошу, чтобы эта музыка в перерыве звучала как можно радостнее и как можно громче, для того, чтобы они, чтобы вот все их шероховатости, люди хоть внимание, но вот кота, чтоб наступала. Ну ты смотри, ты же все это видишь, уже теперь это видел. И девочки тебе подскажут перед частушками, чтоб ты уже взял свой баян. Частушки и... Ну и да, и финал там все. Так, дорогие мои, если у вас ко мне нет вопросов, я еще раз прошу собраться, собраться. Если кто-то по какой-то причине, там, я не знаю, пуговица застряла, что-то там не успевает одеваться, значит, вот кто переставляет это, посмотрите, готов человек там или нет. Значит, что-то тут такое, я не знаю. Ну, выходите из положения сами. Нельзя, чтобы сцена была пустая. Значит, постарайтесь, посмотрите. Сегодня у вас еще есть такая возможность. Значит, если сложно, значит, отмените какое-то переодевание. Сделайте его короче. Сделайте его как-то поудобнее. Лиля, когда ты выходишь со своими баснями... Ну вот, смотрите, она вам нарисовалась. Не-не-не-не, ну что вы, вот сразу все. Ну вот, вон у вас, вот видите, она должна быть в середине. Куда же вы стол поставили? Еще? Нет, много. Оп, ну мало. Вот, да вот, дырки. Вот. Да вот же вам ориентир. Вам дырка ориентирка. Вот висит, да. И дырка висит. Ну там немножко такое вот. Немножко открыто там можно идти. Так, все. Ребята, как будете готовы, так, как будете готовы, так начинайте. Не ждите меня. Я молчу. Ты можешь это запомнить, что Йосиф Дон... Возьми его за руку. Ну прям возьми его за руку, не пускай его. Еще раз. Лиля, держи его за руку. Thank you.
не может крёденная... Быстрее выходи, быстрее! Дорогие друзья! Сегодня на российском телевидении очень популярна передача «Про это». Мы придумали свою передачу и назвали ее «Про этого». Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в прямом эфире передача «Про этого». Даже не знаю, как вас и назвать. Слово-то неприличное. А вы так говорите. Неприличное слово. Итак, у нас сегодня впервые в прямом эфире неприличное слово. А кстати, кто вас на меня послал? Редактор посмотрел мою последнюю передачу и послал. Я главному редактору жаловаться, а тот говорит, вас куда послали, а вы куда пришли? И тоже послал, и тоже на вас. Да, ко мне сейчас посылают тысячи людей на работе, дома, на улице. И вы представляете? Даже из космоса в Центр управления полетов. Это же вообще черт знает, что такое. Извините за выражение. Извините, у меня такой вопрос. Зрители меня, конечно, не поймут, если мы не поговорим с вами о политике. Вот вы сейчас, в эпоху выборов, вы у всех на устах. Да. Вот возьмем хотя бы Думу. Им вообще все по мне. Иной раз вижу, стоит на трибуне. Ну, вылитый я. Но там, к счастью, и женщины есть. А женщины без меня вообще как без рук. О чем это? А, ну вот, например, приносят президенту проект бюджета на год. Тот сразу ко мне. Согласовали, представили в Думу. Те опять ко мне. Конец года. Где бюджет? Говорят, он его знает. То есть я. Ну, вы преувеличиваете. Телевидение, например. Политические передачи, аналитические обзоры, дискуссии, дебаты. Дебаты? Да как же мне делать телевидение я и Доленко? Скажите, а меня интересует вот такой вопрос. А у вас родственники за границей есть? Конечно. Особенно в ближнем зарубежье. Там меня используют вместо расчета за нефть и газ. А недавно Украина выдала меня вместо всего Севастополя. А я думал, вас на Украине нет. А что там еще есть, кроме меня? Скажите, а что, вы ведете расчеты, и у вас и счет в банке есть? А зачем? Я ведь и так в кошельке у каждого россиянина. Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. Одну секундочку. А что, у вас и раньше вы были не печатны, а теперь? Публикуюсь. Все боевики только я и озвучиваю. Скажите, а меня интересует такой вопрос. Вот
музыка должна. У тебя музыка обрывается. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии две женщины. Имена у них... Тихо за кулисами! Но судьбы совершенно различные. Это Татьяна Ивановна, знаменитая бойцовщица прокатного стана, и Татьяна Ивановна, преуспевающая валютная проститутка. Ну что ж, уважаемая Татьяна Ивановна, так как вы обещали быть совершенно откровенной, то я думаю, что мой вопрос не покажется вам не станет. Расскажите нам, пожалуйста, как вы начали заниматься тем, чем вы занимаетесь? Ну, с чего это все началось? Ну как, с чего? Как у всех наших девчонок с ПТУ. Особенно хочу отметить своего первого учителя и наставника Василия Кузьмича, который первый приобщил меня к этому делу. Большой был мастер, а учитель какой! И на словах объяснит, а кто не поймет, на деле покажет, то он готов был с каждым из нас возиться и днем, и ночью. И в результате даже те, кто не хотели, и все научились. Ну, и что же вы сегодня чувствуете к этому человеку, который, можно сказать, в корне изменил всю вашу жизнь? А ничего, кроме благодарности. Я тут как-то заходила к нему по старой памяти. Спасибо, говорю, дядя Вася, что в люди вывели. Во, мужик, ему же 80, а он все никак не умется. Таких мне два приемчика показал. Да нашей молодежи век не снилось. Ну, вы так откровенны. Скажите, а вы не стыдитесь вашей профессии? А что стыдиться? Что стыдиться-то? Да пусть стыдится тот, кто работать не умеет. А я по высшему разряду. Да у меня вся семья этим занимается. Мать, сестра, дочь подрастет, династия будет. Но вы ведь замужем? Скажите, а как же ваш муж? А мы вместе работаем. Ну, правда, он у нас за главного. Вы хотите сказать, что муж... Да нет! Он, как все мужики, это только мы корячимся, а он командует. Да, ну, ваша профессия немножко опасна. Вы не боитесь, так сказать, неприятных последствий? Ну, профессия у нас, конечно, опасная. Всякое бывает, но мы оберегаемся. Сапоги, рукавицы, каска. Ну, сапожки я еще понимаю. Ну, перчатки тоже понимаю. А каска это что, мода теперь такая? О, да почему мода? Это техника безопасности. Ведь когда эта штука красная прет, да еще жаром пышет, тут только успевай поворачиваться, ведь ее же еще и направлять надо. Все, хватит. Ну, знаете ли, на такую откровенность я, честно говоря, и не рассчитывала. Ну, ничего, теперь, я думаю, нам будет полегче. Уважаемая Татьяна Ивановна, ваша профессия, в отличие от нашей предыдущей собеседницы, нужна каждому из нас. Вот наш оператор, который общался с вами на вашем рабочем месте, говорит, что вам такого стана, как у вас, он еще не встречал. Ой, ну я, конечно, стараюсь. Стан в нашем деле – это главное. Ну, он еще говорит, что вы работаете
понимаете, которые между собой общаются. Ну, мы немножко отвлеклись от вашей профессии. Да, о чем же это я? Ах, да, говорят, что к вам приезжают даже из других городов, чтобы полюбоваться на ваш стан и, если можно, поработать на нем. Не только из других городов, а все чаще из-за границы. Ну, вообще-то мы не всех принимаем, а тех, кто платит валютой. Ну что ж, это тоже хороший способ зарабатывания валюты. Но жаль только, что у нас мало еще кто умеет зарабатывать валюту. Но я думаю, что после просмотра нашей сцены многие пожелают зарабатывать валюту. Языковый барьер.
пожалуйста. Еще не знаете, о чем я хочу вас попросить? А вы скажите. Видите ли, я женщина одинокая. А, понимаю. Вы должны завести себе собачку. Да нет, собачку я не хочу. Ну, тогда вы, наверное, хотите меня усыновить. Да нет, видите ли, как бы вам сказать, я бы хотела, ну то, что от мужа остается. Долги, что ли? Да нет. Не долги. Ой, ну, скажите, вы свою жену целуете? Да, целовал один раз прямо в лоб на свадьбе. Ну, а ночью чем вы занимаетесь? Ну, как это чем? Спим. И все? Да, а что еще делать, когда темно? Ну... Что? Деньги считали, которые нам подарили на свадьбе. Ну, а дети-то? Дети у вас откуда? Дети? Дети жены. От ее первого брака. Ой, спасибо. Да что? Я же ничего для вас не сделал. Подождите, куда же вы? Теперь семья вся будет сыта.
Петя и Петя. Доктор, а может все-таки попробовать? Получил полушку и тут же в том...
другой муж? Другой муж? Я тебе дам другого мужа. Со мной жить будешь. Если хоть один день за мной не уследишь, держать тебя отряд перед общественностью. Но мне больше нравятся серьезные передачи, такие как «Взгляд», «Здоровье», «Клуб путешественников». А мне веселое, молодежное, «Что, где, когда», «Аншлаг», «Поле чудес» и «Спокойной ночи, малыши». Телевизор у нас один, и мы с женой часто ссоримся, что лучше смотреть. Но вот недавно мы нашли выход – смотреть телевизор, переключая с одного канала на другой одновременно. Вот как мы смотрели передачу «Человек и закон» и «Клуб молодоженов». Включаем телевизор. Начинаем очередную передачу «Человек и закон», которую мы сегодня ведем из «Клуба молодоженов». Вы видите счастливые лица тех, кто сидит на скамье подсудимых. Это гражданин Тащилов и гражданка Кривобокова. Преступление, которое они совершили, доказано следствием. И очень обрадовало родных и друзей. Коллектив, где работают Наташа и Виктор, преподнес им дорогие подарки. Отрез на платье. Длиной в 300 метров, хотя в накладных было указано только 100. Таким образом, 200 метров они присвоили, а вырученные деньги... Пошли на свадьбу. Свадьба в ресторане – дорогое удовольствие. И чтобы заплатить, понадобилось собрать все средства. Конфискация имущества. Я думаю, теперь самым суровым наказанием для них будет... Медовый месяц, который молодожены проведут в доме отдыха. Строгого режима. А познакомились Тащилов и Кривобокова? В библиотеке. Молодые сразу полюбили друг друга. Виктор предложил Наташе руку и... Дефицитные товары. Зная слабость Кривобокова к деньгам, Тащилов приносил из базы... Розы, хризантемы, георгины. Гардины, пододеяльники, джинсы, которые та сбывала по завышенным ценам. А потом... Молодые получили квартиру, где они были арестованы. Имущество описано, обыск произведен. И хотя в квартире молодых пусто, но впереди целая жизнь. Детей пока нет. И в ближайшие 5 лет не будет. Зато у них будет достаточно времени подумать о своем прошлом. Теперь, когда суд закончен... Давайте пожелаем молодоженам счастья на удовольствие родным и на радость нашему правосудию. Ну, где музыка? Музыка.
у нас в Кишиневе говорят, «Дань зайде, онмань зайде, лыгминдерер беде». Что? Вы не понимаете, когда в разговор вставляют слова на незнакомом языке? Мой идиш незнакомый язык? Кому? Я не поверю, что есть евреи, которые не знают идиш. А если есть, так они также могут называться евреями, как ручеек-бычок, который протекает через Кишинев, может называться рекой бык. Хорошо, хорошо. Шрайт Питасов и Шугана. То есть, уважаемые, не кричите так, а то вы можете от вашего крика цузетствен, то есть оглохнуть. Давайте поговорим с вами тихо, мирно, как два культурных еврея. Хотя за культурно и гнареве им Париж. Давайте поговорим с вами о иврите, о идиш, о евреях вообще, и евреях из Союза в частности. Я вижу, Адон Дов
я. Что вы говорите? Да, ну конечно, конечно, все будет сделано, да. Иван Петрович, вызывали? Да, Белкин. Есть поручение организовать культ поход. Куда? Вот сейчас. Где же, да? А, вот. Тут написано. На эротик шоу. Шоу эротик. Шоу вы сказали? Шоу слышал. Ты шоу не знаешь, шоу такое эротик шоу? Ты же общественник, сообрази. А слово эра. И так пошел в пути. Какие этапы? Эротика. Это когда женщины без ничего. Ну ни в чем. Понял? Баня, что ли? Какая баня? Баня тебе будет показывать со сцены. Эротика – это когда женщины без одежды и при этом танцуют. Ха! А вот так. Крутят бедрами. Талии. И этими. Фу ты, черт. Выскочила из головы. Сись, что ли? Белкин. Еще культур называется. Система управления. Иван Петрович. Она... Иван Петрович. А нафиг нам этот еротик? Вот видишь, Белкин. Школу закончил. А сознания не хватает, чтобы вызвать чувство прекрасное. Секс. А мы в школе это не проходили. Петр, ты мне скажи только откровенно. Ты вообще когда-нибудь обнаженную женщину видел? Один раз в музей ходили, на картине лежала. Ее и так и называют это. Нагая. Да не нагая, а Даная. Известного голландского художника Риббентропа, Рубинштейн, Рембрандт. Ну так вот, что ты думал, глядя на эту обнаженную Данаю? Я думал, Голландия развитая страна, а одеть нечего. Вот дурья голова. Да она ж там в постели лежит. Иван Петрович. Ну вот, с Клавкой на одну зарплату живем, и то одетый ходит. Все, что есть, все на ней. Белкин, ты, конечно, извини меня за бестактность. Ты свою жену когда-нибудь видел? Ну, каждый день. Да нет, вот так. В чем мама родила? Ну, я-то с ней позже познакомился. Белкин, скажи. У тебя жена кто? Женщина? Ну, Иван Петрович, у нас же трое детей. А, так ты видел ее как есть, без излишеств. Ну чего ты уставился в потолок? Да, один раз увидал в зеркале. Ну, сначала... Испугался от неожиданности. А потом? А потом все нормально. Все у них, как у нас. Но только устройство другое. Поэтому технология другая. В общем так, Белкин, бери билеты и распространяй на эротик шоу «Бабье». Иван Петрович, а мужики спросят. Какое чувство вызывает это его? Скажи, поднимай. А что поднимай? Ну как это что? Производительность труда. Вон Фомкин побывал на концерте, теперь такие болты делает, ни одна гайка не подходит. Все время левую дисбу шпарит. А еще один вопрос. А Жуан, брат? А как же? Для сравнения. А на кого ж будут глядеть наши баты? Ой, да на вас, свои благоверные. И теперь каждый рабочий для своей жены будет не просто муж.
А кто? Ну как это кто? Плей-бой. Плей что? Бой, бой. А, это значит билеты давать в первую очередь ветеранам войны? Давай, давай, Дон Жуан. Знает, что у нас тоже есть свои донны, настоящие мужчины.
женщина в гости, они даже не догадываются для чего. Ну хорошо. Вальдемар, вы как рыцарь не можете не догадываться, как упала нравственность у нашей молодежи. Этика, манеры. Сегодня желают лучшего, не так? Да. Так. Так давайте же покажем нашей молодежи, как нужно себя вести с женщиной в добрачный период. Донна Зина, вы не против, если мы охватим добрачный период? Не против. Хорошо. Итак, начнем со знакомства. Представьте себе, что я сижу на скамеечке в одной испанской провинции. Там еще бульонные кубики делают. Ой, как же его называют, да? Бульонья! Я сижу на скамейке и мечтаю о вас. И вот вы. А у вас в груди. Это что? Груз? Ничего себе, как накачал! А у вас в груди загорается непреодолимое желание познакомиться со мной. Как вы ко мне обратитесь, товарищ или сеньора? Сеньора? Сеньора. Откуда вы знаете, что я сеньора? А может быть, я еще сеньорита? Как это так? Сразу же, при первом же знакомстве с женщиной, даже с пенсионеркой, неважно где, на улице, в транспорте, в магазине, всегда обращаются. Девушка, а девушка? Правильно, правильно. А разве я не девушка? А? Разве я не молодая? Молодая. У меня и дочь молодая. Значит, я еще девушка. Ну, хорошо. Говорите мне, разрешите представиться? Разрешите представиться. Между прочим, в средние века кланялись вот так. Дергали ножки. Ну, покажите, ножка у вас хоть дергается? Разрешите представиться. Правильно. Правда, немножко скрипит, но сгибается. А я вам отвечаю. Очень приятно. Дульсинея Апокипская. Присаживайтесь, пожалуйста. Возьмите стул. Итак, говорите мне, давайте побеседуем. Давайте побеседуем. Давайте побеседуем. А о чем мы с вами будем беседовать? О политике или о работе? А? Давайте о политике. Ой, о политике мне не нравится, нет. Я политику не люблю. Вы что, телевизор? Вы что так не устраиваете парламентский час? Видит Бог, я ни в чем не виновата. Я никому ничего не подписывала. Я ни у кого ничего не брала. Нет, эта тема мне не нравится. Давайте другую, а? О работе. Вы еще работаете? Какая прелесть. А сколько что получается? 3-4? 5 тысяч. А жена об этом знает? Значит, знал, что встретится Дульсинея. Откладывал. И еще. В средние века была такая примета. Если рыцарь приходит на свидание и кладет свою руку на руки сеньоры, то он в нее влюблен. А если на плечо, то просто жить без нее не может. Давайте попробуем, куда он положит руку. Я закрываю глаза, считаю до 3. Донна Зина, вы тоже закройте глаза, ну, на всякий случай. Кто знает, куда он положит. Итак, вот моя рука, вот мое плечо. Считаю до 3. 1, 2, 3. Поклал. Ой, положил. Положи. Ой, что-то я не... А, теперь чувствую.
свидания на нас нападает бандит, грабитель. У вас есть три варианта. Первый вариант. Берешь меня на руки, бежишь со мной. Второй вариант. Бежишь без меня. И третий вариант. Бежишь вообще один налегке. Какой вариант выбираешь? Да, Матко. Чего это ты руками размахался, а? Чего ты руками размахался? А вдруг у бандита пистолет? А что мы с Донной Зиной делать будем, а? Донна Зина? Ой, Донна Зина! Сколько у вас детей, а? Двое, да? А у меня пятеро! А кто же нам алименты платить-то будет? Нет, этот вариант не подойдет. Значит так, у нас было три. Со мной на руках, из меня и вдвоем налегке, пока дама Ева, но... Конечно, стоит он того. Я вот вырасту,
Замечательно. Замечательно. Ну что ж, мы вас берем. Вот завтра с утра и приступайте к работе. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Значит, завтра с утра на работу. Завтра с утра. До свидания. Всего доброго. Да, минуточку. Чуть не забыла. Тут есть, так сказать, один нюанс. Дело в том, что...
ударением, абсолютно не все правильно. Но только вот мне хотелось, чтобы это было от нее напор исходил. А сейчас получается, что он только... И, Марик, ты, конечно, ты молодец, все хорошо, это очень хорошо. Но, может быть, не орать так. Я понимаю, что уж больно ты один орешь. Да вообще во всех вещах. Ну чтобы зрить. Да, вот я понимаю. Да, может, ну, крик убивает. Ладно, ладно, все, это не столь важно. Это не столь важно. Да, и вот еще какое предложение. Вот она тебе платок дает. Не надо ему за шиворот его бросать, а бросьте просто к нему. И пользуйся этим платком. Бери его, раскрой, вытирайся, принеси свой платок. Вот отдай его Баде. И вытирайся им. Не вот, наоборот, он плачет. Да, и нет. Нет, не так, ты не комкай его. Открой его как полотенце. Понимаешь? Вот. Значит, пожертвуйте своим. Значит, своим платком пожертвуйте. Потом выздоровеем. Ладно. Тихо, тихо. Все. Давайте дискуссию кончили. То есть я тебе хочу сказать, вытирайся, не бойся. Дальше что идет? Частушки вы сегодня восхвалить-то не хотите. Ни оправданий, ни разговоров я слышать не хочу. Что идет за частушки? Нормально. Если вам вас, если вы можете, начинайте оттуда. Если это для вас не проблематика, давайте как-то. Это все нормально. Это все нормально. Ну, это я не знаю. Тут вообще, видишь, многие знают, кто будет, да? Потому что я кое-что понимаю, а кое-что проглатывается у меня. Но это, наверное, от того, что я не понимаю. Но это все, нет, тут вопрос нет. Дальше. Такой же еврей, такой же я бычок. Который... Да, да, это я и не спорю. Какой род шел? Телевизор был? Телевизор. Где-то я пропустил, да? Нет, телевизором все нормально. Только я вот что не могу никак понять в одном. Нет, ну что мы не... Значит... Нет, нет. Да Слав, сиди ты спокойно, сядь! Так, минуточку. Чего? Да, нет, до синею мы не пропустим. Значит, Ротик Шоу все правильно, но только Слава. Че ты ушел за кулисы? Потом вернулся, сел. Чего ты ушел за кулисы-то? Поставил все, садись и начинай работать. А зачем ты ушел туда? Ну зачем? Объясни мне, чтобы время потянуть. Иди ты знаешь куда, Слава? Вот именно. Да, вот. Не туда смотри, или на вас? Самуил Депсамис, режиссер, работал в Горьком, теперь в Нижнем Новгороде, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Ну, все. Где вы живете? Здесь, в Афакиме. Сколько лет, когда? В Афакиме, в Израиле 10 лет, в Афакиме 9. Эта студия в этом году, практически она, значит, ну, полгода. Полгода существует. Да. Вот мы сейчас были у вас на вашем спектакле, на прогоне, можно сказать. Видели очень интересные декорации. Что вы можете сказать по поводу, можно сказать, очень красивые? Я могу только одно сказать, что это приятно, когда делом занимаются профессиональные люди. Здесь у нас в Афакиме работает прекрасный художник, тоже, который работал где в Уфе, в драматическом театре. Вот. Миша Штейнберг. Ошибиться фамилия. Миша! Тебе как фамилия правильно? Твоя? Да, твоя. Шнайдерман. Ага, вот. Значит, художник... Профессиональный художник Михаил Шнайдерман, который, самое главное не то, что он художник, а самое главное то отношение,
когда человек практически бесплатно, да мы все тут работаем, в общем-то, бесплатно, который практически бесплатно сделал, ну, то есть, я, например, вот такое вижу впервые, чтобы в Афакиме вот был создан такой интерьер, чтобы в котором можно приятно и интересно, так сказать, было работать. Скажите, кто помогает вам в этом плане? Кто, от кого идет помощь основная? Ну, это, так сказать, создан этот коллектив при отделе абсорбции Афакима. Это значит, так сказать, все те люди, которые занимаются этим делом. И должен сказать, что, конечно, отдельная благодарность должна быть и Виктору Рахмилову, который, в общем, по чьей инициативе, так сказать, когда-то это делал. Там уже не важно, чем это все потом закончилось, но не будь его тогда инициативы проявлено вот в этом вопросе, я не думаю, что была бы студия. Ну и Марат Кендель, конечно, как руководитель Матнасов, он, в общем, сейчас финансирует это дело. Правда, еще ни одной зарплаты не получил, но говорят, что будет что-то. Сколько у вас на счету? Нет, это первая работа здесь, в Афакиме. Ну, если можно так назвать дебютом после почти 40-летней работы на этом поприще, то. Я имею в виду. Ну, конечно, я понимаю вас. Да. Это первая такая, да. Первый такой законченный, какой здесь можно назвать спектаклем, таким эстрадным, то это первая работа, да. Хотелось бы еще спросить у вас такую, значит, текст или пьеса, или кто автор? Нет, это, понимаете, какое дело. Тут собрано, тут есть, вот, например, так сказать, частушки, написанные Фимой Бланко. Вступительная песня. Заключительная песня написана вот актером нашего, так сказать, театра Марком Слободняком. А все миниатюры, в основном, они, конечно, это, так сказать, понимаете, как говорится, на безрыбье и рак щука. Это не было возможности сейчас что-то отобрать. Я, например, абсолютно убежден, что литературный материал, который мы сейчас представляем, мог очень низкого качества, конечно. И можно было бы найти, но это все впереди, нужно было за что-то зацепиться. Это то, что мне прислали ребята из России, это то, что мы нашли вот в каких-то, кто-то привез из России. То есть это, в общем-то, конечно, мы мало актуальны вот конкретно для Израиля, что ли. Хотя я думаю, что тут, в общем-то, подняты общечеловеческие какие-то вещи, которые свойственны и Израилю, и России, и вообще, так сказать, с русским менталитетом. А не важно, там еврей, татарин, грузин. Если важно, жил в России, то это все поймет. А в будущем есть идеи разные. Например, вот сейчас есть идея, я не знаю, как она осуществится, но очень бы хотелось, вот этим же составом, то есть этот художник, вот музыкальный руководитель, создать со школьниками Афакима, со старшеклассниками Афакима, сделать на иврите мюзикл. И вот руководство Матнасами обещало, так сказать, это дело финансировать. Вот в этом есть такая идея. Значит, сделать, я не знаю, сейчас не могу сказать, то ли это будет, я не знаю. Ну, условно, я говорю, там, Золушка, Красная Шапочка, там, Спящая Красавица. Это я сейчас просто такие первые попавшиеся привожу. Или это что-то будет такое связано с национальной еврейской традицией. Хотя думаю, что, скорее всего, это будет перевод каких-то русских вещей. Потому что и для меня это легче. Но на иврите, именно на иврите. Вот если это удастся, это будет, с моей точки зрения, очень здорово. И кроме этого, я хочу вот попытаться с этим составом, и надеюсь, что, может быть, появятся еще люди. Мне бы хотелось сделать такой вечер юмористических произведений Чехова, Верченко, Зощенко. Вот такое дело. В общем, вся основная ваша, в общем, основывается на русской советской драматургии. Ну, я бы не сказал насчет советской, русской. Конечно, потому что я вам должен сказать так, мне очень сложно с ивритом. Я владею этим языком на уровне улицы, конечно, и мало знаком с ивритскими, так сказать, писателями-сатириками. И вообще, можно сказать, совсем не знаком. Понимаете, поэтому... А что-то такое... Ну, а как вы считаете, будет ли интересно смотреть вот эти вот Чехов? Вы знаете, я думаю, что тот контингент зрителей, который сейчас в Афакиме,
и при правильной, так сказать, ведь все это зависит от исполнения. Понимаете, какое дело? Я думаю, что если бы нам удастся какие-то вещи соответствовать, я понимаю, что это смешно говорить, соответствовать там Чехову, Зощенко в нашем, так сказать, составе, в наших условиях. Но если мы хоть приблизимся чуть-чуть, то это будет интересно. Смотрите, я подчеркиваю, конечно, русскому зрителю, который, так сказать, за 45, за 50 лет. А в основном-то зритель такой ходит. К сожалению, молодежь и те, кто рабочие люди, что ли, будем так говорить, те, кто заняты на работе, очень редко посещают эти мероприятия. Хотя, еще раз подчеркиваю, конечно, было бы идеальным и прекрасным, если бы мы могли для них что-то тоже сделать. Ну, будем думать, понимаете, это, так сказать, первый блин. Как уж он получился, комом или не комом, судить не мне. Ну, вот так. Но идеи в голове и планы есть, есть, есть. Есть силы, есть желания. Да, желания-то есть, силы есть. Тут есть, ну, тут, понимаете, какое дело, тут очень много есть входящих, выходящих, так сказать, вещей. Вот если нас увидят и услышат жители Афакима, вот у меня есть, приходите, ну приходите, вы же видите, что не боги горшки обжигают, что такие же люди, как и вы, ну приходите, нам нужны мужчины, нам нужны молодые люди, нам нужно все это, тогда это будет интересно, можно создать коллектив, который не стыдно показать по всем необъятным просторам Израиля. Скажите, а как вы считаете, что в основном мешает нашего Афакима посещать вот такие вот... Вы имеете в виду посещать или участвовать? Участвовать. Ну, видите, какое дело, ведь не каждый... Это все-таки публичное дело. Вы выйти на сцену перед людьми, это, для этого нужна какая-то преодоление каких-то, так сказать, человеческих качеств. Должна быть определенная смелость, должно быть определенное какое-то чувство, даже я точно скажу, что чувство. Ну, эти люди, которые, так сказать, и любить надо это дело. Конечно, надо этим интересоваться, надо этим увлекаться. Тогда ты, конечно, все преодолеешь. Но вот впервые прийти, это надо преодолеть какие-то вещи. Ведь когда там в хоре стоит много людей, тебе так, ты вроде как ты не индивидуально ты не проявляешься. Так вот, ощущение такое. А здесь же ты же видишь, каждый выходит и виден со всех сторон. Надо уметь говорить, надо как-то уметь двигаться, ну и не каждый на это, так сказать, идет. А молодежь, мне кажется, понимаете, какая штука, черт, работать трудная, очень трудная, в общем-то, жизнь. Надо же правде в глаза смотреть. Зарабатывать деньги здесь очень сложно. Это не Россия, где вкалываешь до пота лица, получал 100 рублей, и ничего не делал, сидел, штаны протирал, получал те же 100 рублей. Понимаете, это немножко другое дело. Надо же зарабатывать, и возможности есть. Есть возможность. Каждому хочется молодому иметь и машину, и дом, и поехать куда-то. Коней. Поэтому это надо очень любить это дело беззаветно, для того, чтобы безвозмездно заниматься этим делом после, в общем-то, тяжелой работы. А в основном подавляющее большинство работает физически. Ну, никто шутит, нет же тут таких больших ученых. В основном все вкалывают на стройке, там, я не знаю, на всяких там полевых работах, на этом. Так после этого-то лишь бы до койки добраться. Но думаю, может быть, так сказать, что-то вот увидят и придут кто-то. Я, в общем, в этом деле оптимист. Я очень много лет в Советском Союзе, в России, кроме работы в профессиональном театре, у меня был один из ведущих, один из просто, я могу это с полной ответственностью сказать, один из лучших народных театров в РСФСР. И поэтому у меня опыт работы тут есть. И люди приходили, все самое главное от того, что вот увидеть. Если они увидят, что в этом есть какой-то интерес, если они увидят, что тут, так сказать, есть какой-то коллектив, интерес какой-то, то приходят, приходят. Я думаю, что мы не изменились, люди все на земле одинаковые. Будем надеяться. Для этого и делаем. Скажите несколько слов о ваших студийцев или как можно сказать. Тут, понимаете, какое дело. Тут их, кроме как... Я прошу прощения. Ребята там за кулисами. Если можно, не шуршите. Хорошо? Сейчас про вас как раз и говорят.
Про них можно говорить только с самыми восторженными словами. Вот эти шестерка с беззаветно любящих и преданных этому делу людей. Они разных возрастов. У всех дома масса забот, больные родители, одинокие женщины, внуки, дети. Они беззаветно по любому требованию. Я, в общем-то, привык к такой несколько к диктаторской манере репетиции. Но это не говорит о том, что я там такой деспот.